Добро пожаловать в Майами-Бич. Майами-Бич. Можно провести весь день на набережной или поиграть в волейбол. Или нет, потому что твоя кузина предпочитает торчать на кладбище. Что мы здесь делаем? Хватит ныть, Бен. Здесь снимают кино. Разве не здорово? А вот и он. Майкл Морнингстар. Твой кумир? Серьезно? Будто ты никогда не бегал за знаменитостями. Эй, мистер Манч, ты самый крутой! Ты просто монстр, монстр драки! Подпиши мне лицо. Да, это самый лучший день в моей жизни! Можно поинтересоваться, где все контейнеры с пленкой? Сегодня все снимают на цифру. Хотите взглянуть? Эй, я нашел ассистента. Да-да-да, бесплатно. Пойдемте, я покажу вам оборудование. О, да. Дети, вы ведь ничего не выкинете, да? Да-да, дедуль. И почему все без ума от этого парня? Что? Майкл Морнингстар не просто парень. Он играет Себастьяна Белмонтеза, романтического героя лучшей мегаэпопеи на свете. Неживущие. Классическая история двух возлюбленных, Дженны и Себастина, которого играет Майкл, школьников, которых связала безумная любовь. Но у каждого из них есть тайна. Девушка-оборотень, а Себастьян давно умер. Стой! Так весь этот шум из-за вампира и собаки? Вдвоем? Фу, гадость! Не гадость, а эпопея! Да, в которой парень целуется с собакой. Бен! Хватит, Бен! Стоп, стоп, стоп! Выставите этих двоих! Что? Нет, пожалуйста! Мы будем вести себя тихо! Обещаю! Не огорчайся, мы найдем себе дело поинтересней. Так нечестно! Мы всегда делаем то, что ты хочешь! Почему хоть раз не сделать то, что хочу я? Ну ладно, я проведу тебя туда. Правда? Только на этот раз мы сделаем все по-моему. Бен, ты видел этот знак? Вход только для съемочной группы. Растения не умеют читать. Смотри, это Morning Star. Какой же он симпатичный. Дженна, посмотри на меня прямо сейчас. Что? Вот это? Нет. Они так и будут болтать? Себастьян. Дженна, твой свет наполняет меня. Снято. Отличная работа. Перерыв. Пожалуй, отдохну в трейлере. О, тут что-то не так. Можно подумать, что он... Идет сюда! Спрячь меня! Эй, привет! Дай моей кузине автограф, чтобы мы могли уйти. А, это опять вы. Бен, что ты здесь делаешь? Вам сюда нельзя. Дедушка, почему ты здесь? Я учусь. Это ведь вас недавно выставили. Да, неловко вышло. Пустяки, я очень ценю внимание. Я твоя верная поклонница. Майк, этот твой трюк слишком опасен. Зрители любят мои трюки. Может, мне стоит поискать себе другого режиссера? Мы снимем трюк. Ты здорова? Да, наверное, просто переволновалась. Тишина на площадке, мотор! Скорей машину заносит! На помощь! А теперь мой крупный план! О, нет, 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 нет! Ты спас мне жизнь. Для меня это пустяк. И снято. Я предвкушаю Оскара. Нет, 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 нет. Стойте, хватит. О, право, не стоит. Что здесь происходит? Я звезда этого шоу. Я... О, Бен, вечно ищет внимание.